Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами немного необычная тема для обсуждения, и мы поговорим с вами о хлюпанье чаем. В своем предыдущем видео про пуэр я откровенно, громко и нагло хлюпал чаем, и многие мне потом задали вопрос: «Андрей, зачем ты так громко хлюпаешь чаем? Это очень смешно». Я отвечу очень просто. Мы с вами проводим китайскую чайную церемонию, а в Юго-Восточной Азии принято хлюпать чаем и чавкать пищей. И в этом нет ничего зазорного, нет ничего стеснительного. И мы можем, конечно, вспомнить, как в свои там 3-3,5 года мы брали нашу первую кружку чая, хлюпали, и нам родители говорили: «Ты что ты делаешь? Нельзя хлюпать, не хлюпай! Подуй, подожди, пока остынет, потом выпей! Нельзя хлюпать и чавкать, это не культурно, это неприлично, воспитанные люди в высоком обществе себя так не ведут». Так вот, можно себя так вести, если мы проводим китайскую чайную церемонию. Я даже больше скажу, не то чтобы можно себя так вести, так себя нужно вести. И, опять же повторюсь, в этом нет ничего зазорного. Но я бы не стал снимать это видео, если бы у меня еще не было одной и весьма забавной истории, которая приключилась со мной в 2017 году, когда я обучался в Финляндии полгода на стажировке. Жил я там в общежитии для иностранцев. У нас там были почти все ребята из Европы, там были немцы, итальянцы, французы, испанцы, были ребята из Соединенных Штатов Америки, были ребята из Японии, из Кореи, из Китая, ну и из стран СНГ. Ну, в общем-то, всех там собрали на этаже, на одной кухне мы все вместе так или иначе собирались. И вот была однажды такая забавная история. Я ее называю «Столкновение культур, столкновение цивилизаций». Сейчас чаек себе налью и расскажу вам все. Пьем сегодня, кстати говоря, мы черный шу-пуэр в фабрике Ли Мин. Вот, вот так выглядит у меня уже этот потрепанный блинчик в бумаге. Кстати говоря, вот этот вот блин я покупал в конце февраля. Сейчас середина июля. 5 месяцев уже я пью этот чай. На, серьезно, ты не верил? Там 357 грамм, у меня осталось, наверное, чуть меньше половины от этого блинчика. У меня просто есть еще пуэр, но, тем не менее, я вам хочу сказать, что блин 357 грамм, он расходуется, ну, весьма экономично. Мы должны понимать, что на одну хорошую полноценную заварку уходит где-то 10 грамм чая. И таким образом мы можем разделить, что 357 грамм нам хватит, ну, фактически на 35 заварок. Если пить прям каждый день крепкую заварку, то можно 35 дней прям подряд упиваться, быть в 35-дневном запое пуэрном. Ну, никому не рекомендую так делать. Кстати говоря, пока не забыл про 35-дневный пуэрный запой. Пуэр, я вам говорил в предыдущем видео, имеет просто божественное свойство бодрить наш организм и держать его в тонусе. Ты втираешь мне какую-то дичь. Но если мы пьем крепко заваренный пуэр каждый день и, например, поздно ложимся спать, естественно, не высыпаемся, то к концу недели, ребят, не надейтесь, что пуэр вас взбодрит. Это так не работает. Я не знаю почему, но у нас, в принципе, и кофе уже перестанет бодрить. У нас уже мешки будут такие синие под глазами, если мы спим по 3-4 часа в день и работаем с утра до вечера, и приходим, упиваемся пуэром в надежде на то, что он нас взбодрит, то, ребят, нет, к концу недели вы все равно будете как овощ. Тут уже, ну, ничего не поможет. Может, только какие-нибудь внутривенные пуэрные инъекции. Но не знаю. Я не пробовал. Еще хотел сказать, что пуэр в жару не так сильно заходит, как какой-нибудь зеленый, белый, может быть, даже красный чай. А вообще, наверное, нормальные люди мне просто скажут: «Андрей, в жару заходит холодный пивасик, холодный лимонад, ну или хотя бы просто холодная вода». Нет, друзья, любой уважаемый себя чайный пьяница будет пить в любую жару горячий-горячий чай. И хлюпать будет.
Я немножко отошел от темы, возвращаюсь к своей истории, которая приключилась со мной на стажировке в Финляндии. Однажды утром я... Уже начинаю ронять предметы. Однажды утром я пришел на кухню и, в общем, сидел, завтракал в одном крыле, в одном углу кухни. В другом противоположном крыле сидела француженка Шарлотта. Она училась, у нее там было все в бумагах, все в калькуляторах. Она изучала систему охлаждения холодильников, как это все работает. В общем, все очень сложно, как в старом добром мемасе, что очень интересно, но ничего не понятно. И вдруг пришел кореец Стив. Кстати говоря, корейцы очень заботливо подошли ко всем иностранцам. Они подумали о том, что, может быть, их имена будут сложно выговариваемыми, сложно произносимыми, и поэтому они взяли себе, ну, так сказать, другие имена на американский манер. И вот, опять я начинаю ронять предметы, кореец по имени Миньон, он себе взял американское имя Стив. И, в общем, пришел Стив. Он себе заварил какой-то дошик, сел, получается, между нами, посередине кухни, взял палочки свои, намотал макарики, и буквально в два присяда он прям в себя их затянул так, как в какую-то клоаку просто, в бездну. В общем, все это засосал, затянул. Для меня это шоком не было. А вот для Шарлотты, которая изучала холодильники, для нее это было прям... Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И она, в общем, стала говорить: «Стив, так же не делают, так нельзя, кто так ест? Ты зачем так чавкаешь, хлюпаешь?» А он, бедолага, он не может понять, что не так, что происходит. Он уже посмотрел там под себя, может, что-то не так, там везде не поймет. Я решил все-таки свои 5 копеек вставить и говорю: «Шарлотта, ну, хватит на него, бедолагу, он уже не знает, что делать. Подожди, вот во Франции принято чавкать и хлюпать?» Она говорит: «Нет, это вообще не культурно». Она говорит: «А в России?» Я говорю: «Ну, у нас, честно говоря, тоже не принято и не культурно». Я говорю: «Стив, а у вас-то как?» Он говорит: «А у нас?» «У нас в квартире газ». «Если ты не хлюпаешь и не чавкаешь, значит, ты показываешь неуважение, и значит, твоя еда невкусная. А хлюпаньем и чавканьем ты показываешь, что еда вкусная, ее хочется есть. И всем вокруг ты показываешь: смотрите, как вкусно. Присоединяйтесь». В общем, такая весьма забавная история. Мы потом долго обсуждали это, еще, конечно, позвали других ребят. И самое главное, что... ребята из Южной Кореи, они фактически нас всех убедили в том, что это логичнее. Ну, по мне, так вот философия здесь, в Юго-Восточной Азии, она хотя бы имеет реально какое-то объяснение и толкование. Напишите, что вы об этом думаете, как вы хлюпаете чаем, не хлюпаете. Друзья, поделитесь своими историями. Может быть, у вас было какое-нибудь культурное такое взаимодействие, которое привело вас к шоку или еще к чему-то. Пишите комментарии, я буду очень рад их почитать, посмотреть, ответить вам. Пейте хороший чай, не стесняйтесь чаем хлюпать, чмокать и так далее. Увидимся с вами на моем канале на просторах Ютуба. Всем пока, всем хорошего настроения, ни в коем случае не болейте, держите себя в тонусе с помощью хорошего чая. Всем пока!